поймать преступника и защитить боеприпасы. Псу по кличке Че Гевара 2 года. На службу его взяли еще щенком, и теперь они со своим вожатым неразлучны. Василий приучил его командам при помощи вкусностей. Че Гевара, например, любит сосиски. Сначала надо приучить таким базовым командам. Там сидеть, лежать, а потом дальше там уже и защиту работаем, ну и так в быту просто с ней бегаешь, физику и нарабатываешь. В гору бегаешь, куда-нибудь еще так по улице. Ну и она физику вырабатывает. Ну и на трассе становится выносливее. Как Че Геваре, так и Мухтару преодолеть большие беговые дистанции не составляют труда, в отличие от их владельцев. Он неплохо себя проявил. Мне, конечно, честно скажу, было тяжеловато, но на данный момент у меня сейчас второе время. Есть вот парень с нашей же командой, он занял первое. Пока вот наша бурятская команда, вот мы делим с ним первое, второе место. Помимо биатлонных гонок, командам еще предстоит пройти полосу препятствий, защитную службу и эстафету. Все объединения военного округа представлены своими командами, вожатые со служебными собаками. В течение 4 дней мы будем проводить индивидуальные гонки со служебными собаками. Лучшие команды представят военно-восточный округ на всероссийском этапе. Валерия Каратуева, Вячеслав Батоев и Бато Гармын. Новости дня.